едем проверить, насколько строители закончили там штукатурку, шпаклевку. У нас, кстати, маленький лифт запустили. Вот. И тут играет музон отвратный. Вот, все, тут видите, такое обклеенное еще. Мне кажется, очень рано его запустили. Обычно пассажирские не раньше, чем через год. После сдачи дома, потому что все будут носить там мусор. Уже сломали стену между кухней и комнатой. Вот здесь. Еще нас позвали сказать, что на одну вот эту стену ушло 40 мешков поклевки. Вот. То есть здесь очень-очень все кривое. Сейчас я вам покажу. А наверху видно. Вот, там вот такой вот слой. Мы планируем все это красить. В итоге очень сильно будет видно, если не выравнивать идеально. Для масштаба. Вот. Предупредили нас, что материал уйдет немерено, для того, чтобы хоть, ну, в общем, все это дело выглядело ровно. И сейчас уже потратили 30, что ли, тысяч на шпаклевку. И чуть ли там не маленькую часть только шпаклевали. Вот видите, кстати, провода уже утоплены под ноль. То есть сбоку видно хорошо. А вот здесь, вот видите, была стена. Вот это машинка. Кто-то играется. А, и, кстати, вот так вот выглядит комната. Это, видите, здесь кухня у нас была вот огороженная по вот этой вот линии снесенной стены. И дальше зал, ну, гостиная. А сейчас вообще единое такое классное пространство, прям супер. И уже поштукатурена у нас стена на балконе. Вот. Видите, такая гладенькая. Вот. Все ровненько вроде бы. Срач, конечно, капец. Это, походу, стол. Потом отмывать, не переотмывать. Вот еще пенопласт какой-то. И второй балкон тоже у нас уже штукатурен. Ну и тоже, в принципе, пока не полностью. Но вот видите, выглядит как белый кирпич. Вот так. Там-там-там-там-там-да-та-там. Комната с маломальским наличием отделки смотрится значительно больше. Сразу вот это белое пространство все расширяется. И сейчас там строители адресуют вопросы, какой толщины мы хотим. Декоративный кирпич над кроватью, да, потому что это все не по стене делается, а тоже, чтобы в один уровень утапливается в гипсокартон. В общем, столько нюансов, о которых я вообще никогда не подозревала по отделке. Все, мы наконец-то уже ушли. И что нам сказали, что для выравнивания стен понадобится 200 мешков, где-то уже 40 потрачено, да, и еще где-то 170 купят. В общем, штукатурки, да, 200 мешков штукатурки, обалдеть. Причем там не просто перепады вот какие-то такие, а там, допустим, стена посередине углубляется, это значит, что с другой стороны она наоборот выпукла идет, и нужно по всем краям вот выравнивать, чтобы она перпендикулярно полу. Сейчас, наверное, прогуляемся в Леруа Мерлен, посмотрим там сантехнику, там унитазы, вот это вот все дело. Потому что в квадрате, где мы были, стоимость 40 тысяч за унитаз и позолоченный кран вообще что-то не впечатляет. Еще у нас тут повесили объявление, то, что перепланировка вызывает гнев у жильцов дома. Потому что у нас на углу складывают горы кирпичей, вот так вот, вынесенных. Но наши строители, они все вывозят, они сюда не складывают. У них машина есть, поэтому они действуют молодцы. Приехали в Леруа Мерлен и смотрим унитазики. В общем, здесь, конечно, выбор поменьше и очень много совсем бюджетных таких вариантов за пару тысяч. Но все они грешат тем, что у них отверстия находятся, короче, четко под задом.
В общем, когда вы будете ходить в туалет, у вас будет офигенный фонтан из какашечной воды вам прямо на пятую точку. Я не понимаю, в чем смысл. Вот. И ламинат мы нашли 33 класса. В среднем стоит около 1000 метр. Вот такой вот по типу доски. Очень похож на реальные доски. И такой. Тоже понравился. Он, мне кажется, мини-марки. Прям по дереву. И вот тут еще увидели похожие лейки, как в квадрате. Но, конечно, другие цены. Видите, 4500. Правда, видите, он здесь как будто бы уже немножко покоцанный. Хотя нет уверенности, что те также не облезут. Просто эти тут, я так понимаю, дольше стоят. Ну, вот в среднем цена около 3000. Раз. И два. Смотрите, грунт глубокого проникновения, оптимист. Я так понимаю, что на самом деле его возможности гораздо более скромные, но благодаря тому, что он оптимист, ладно. Смотрите, тут нашли с Верой Брежневой объявление о том, что она 26 сентября проезжает, и можно с ней встретиться в другом торговом центре. Представьте, мне написали письмо с приглашением прийти на эту встречу как блогеру, тоже ее освещать, но... Надо прийти на общих основаниях, то есть, как и огромная толпа зрителей, там топтаться, искать главного пиар-менеджера Кальцидонии, дальше подходить к нему со своим инстаграмом, представляться, начинать рассказывать, что у тебя блог, просить тебя там как-то пропустить, чтобы не на улице торчать. В общем, надо 25 кругов ада, чтобы там тебя допустили, чтобы попиарить эту Кальцидонию. Более того, мне вчера уже 8 вечера, я ехала с тренировки на велосипеде, там вся такая, короче, потная, не знаю, с размазавшимся душем, тоже позвонил менеджер вот этого мероприятия и предложил приехать на ужин с пиар-менеджером главным там каким-то. Вот, через полчаса, значит, в ресторан какой-то в центре города. Я говорю, очень нельзя было заранее предупредить, ну, как бы, чтобы людям подготовиться. Она говорит, нет, вот там будут блогеров ждать. В общем, короче, я подумала, что такое счастье ради одной встречи с Верой Брежневой. Я думаю, вряд ли мне сильно улыбается. Вообще не хочется быть такой собачкой-драчкой. Что? Сереге, походу, не нравится, что я снимаю, а вокруг столько людей, все смотрят на него, как на дурака, потому что он идет со мной. В общем, не хочется, знаете, чтобы тебя как на голодную кость в виде кости Вера Брежнева, и ты, короче, все бросила, бежишь, там, выпучив глаза, потом просишь, чтобы тебя пустили, пустите меня, пустите, там, ой, да я вот веду канал, вот доказательства, пожалуйста. Ну, в общем, такая организация, я, короче, забила. Через дорогу идут лошадь и верблюд. Где еще такого увидите? Это местная полиция, конная. У нас сегодня день города, и видите, сколько на улицах людей. Мы, правда, едем в гости, поэтому проезжаем мимо праздника. На каждом квадратном сантиметре кто-то выступает, концерты, инструменты. Вот эти индийцы пели, в общем, в Италии, там мы их тоже видели. Заказала целый пакет китайского белья, в основном это бюстики. И представьте, какой прикол. Вот этот вот крохотулечный бюст, ну, на самом деле, выглядит он, может, конечно, не очень маленьким, но у него практически нет выемки в груди. То есть вот абсолютно такая прямая чашка, которая параллельна груди. Я не знаю, что она там может поддерживать, разве что расплющить. И размер вот у этой прелести предполагается. Вот объем под грудью до 87, объем груди до 97. То есть это чуть ли не больше, чем на мою, но, естественно, речи об этом вообще быть не может. Более того, я заказала в качестве подстраховки размер больше. То есть вот здесь вот видно, что немножко уже углубления присутствуют. И это у нас вообще рассчитано на объем груди до 99. Но вот этот на меня тоже маленький, представьте. То есть, да, китайское белье, это, конечно, рулетка еще та, джек. Но качество вот этого вот белья мне очень-очень... Не, вы слышите, что он делает? Это морда, я ему сейчас на хвост наступлю. Смотрите, здесь вот складочки есть.
как-то продуман дизайн, все очень хорошо сделано. Посмотрите, несколько цветов, подкладка еще какого-то цвета. Поэтому, если вы там носите до двойки, ну, либо даже 75C, то вот этот может отлично вам подойти. И стоит он очень дешево на сайте. Дальше бюстик уродится, это без косточек и без вообще без всего. То есть он мягкий и, по-моему, чуть ли не йога-стайл назывался. Он вообще ничего не держит, но лично у меня. То есть он даже не расплющивает, знаете. Хотя бы вариант минимум, он здесь тоже не работает. И такой же розовый, посимпатичнее, правда, тоже, видите, без чашечек, тоже просто две такие лепешки наполовину. Наполовину снизу торчащий, наполовину сбоку, и все. Дальше тоже бюст, который был как бы шовный, но на самом деле это кусок, я не знаю, полиуретана или что это за материал, такой эластичный пенопласт. Выглядит жутко уродски, такое ощущение, что подкладку от какого-то изделия оторвали. Джек! Плюс здесь, видите, сверху такие вмятины какие-то непонятные. Ну, в общем, жесть, ужас. Вот этот мне очень понравился. Широченный, вот. Видите, рука, бюстик, который очень хорошо фиксирует. Даже такой полутопик. Но, опять, чашка чуть-чуть мне маловато. Даже не глубина чашки, а вот ширина. Она узенькая такая. Как вы поймете, Джек у нас непослушный мальчик. И продолжает драть диван. Я уже не знаю, что с ним делать. Сережа опять уехал в командировку. И единственные два, которые мне подошли, они самого какашечного цвета. Я не знаю, что за закон подлости. Но в целом они мне нравятся. Классно. Вот как бы прям хорошо сидят, хорошо держат. Здесь очень тонюсенький такой поролончик. Но вот этот вот цвет, я не знаю, какой-то запревшей бабульки. Что-то такое, знаете, уже старых годов, что уже там и плесенью покрылась, и вспотела, и запрела. В общем, куча всяких нелесоприятных операций произошло. И вот этот еще круче, то есть он тоже коричневый. Кстати, вот здесь вот практически нет поролона, то есть как будто просто плотная ткань. И тоже он очень хорошо держит, такой весь красавчик, но я не знаю, почему именно надо на большего размера грудь выбирать вот такие какашечные цвета. Я сейчас этой морде надаю. Еще одна крутецкая вещичка, это вот такая вот ночнушка. Тоже, видите, из кружев. И снизу сеточка. Я поняла, что нельзя заказывать из плотной ткани, такой вот атласной, потому что вы просто запаритесь. Она синтетическая, не вентилируется. И если что-то подобное заказывать, только когда есть дырочки. То есть а-ля кружево, а-ля сетка. И вот такие вот в комплекте были трусы. Ну и точно такой же комплектик красного цвета. Все, у нас Матильду тошнит. А этот бегает и жрет все, чем ее стошнило. Еще он у нас регулярно сыт на диван, вот этот, на кухне. То есть здесь у нас уже много разных накидок, потому что мы их не успеваем стирать, застирывать эти пятна. И еще периодически гадит на диван. Вообще, абсолютно золотой кот. Еще хотела сказать, что встречу с подписчиками я решила провести в воскресенье, 4 октября. Парке Солнечный остров, как только заходите на мост, и там будет сцена. Вот можно возле этой сцены встретиться в 3 часа дня. Кто не знает, где парк Солнечный остров, это на Ставропольской, недалеко от ТЭЦ. Можете посмотреть по Google. Если вы собираетесь прийти, то обязательно напишите, чтобы мы примерно посчитали, сколько будет человек.